Актриса Мария Шукшина не так давно в соцсетях заявила, что руководители программы «Прямой эфир» предлагали ей 15 миллионов рублей, чтобы она пришла в студию и рассказала о своей семье и внуке, которого не хочет признавать. Также Шукшина является рьяной сторонницей, чтобы закрыть программу «Прямой эфир», которую ведет Андрей Малахов. По словам телеведущего, он сам обалдел, когда услышал сумму в 15 миллионов, которую якобы предлагал Шукшиной. Как считает ведущий, это такой намек со стороны актрисы, что за 15 лямов она готова прийти на прямой эфир. Малахов в то же время признал, что порой за эксклюзивные интервью приходится платить. Однако такие суммы в 15 миллионов выглядят фантастическими. Малахов считает, что если Шукшиной не нравится, что обсуждают личную жизнь ее семьи, то актриса должна позаботиться о своем внуке, которого не хочет признавать. Тем более, что речь, как считает Малахов, идет всего лишь о сумме в 20 тысяч рублей в месяц, которую хочет получать мать ребенка. В 2017 году Фрея Зилбер обвинила Макара Касаткина, сына Марии Шукшиной, в домашнем насилии. Через некоторое время девушка родила ребенка и пришла на телевидение, чтобы потребовать у бывшего возлюбленного алименты. В студии шоу «Прямой эфир» Зилбер заявила, что готова провести ДНК-тест, и обвинила Марию Шукшину в том, что та не интересуется родным внуком. Актриса ответила на обвинение Фреи и попросила не устраивать шоу. Подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы тебе приходило новое видео. Всем удачи!